Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про якутскую корову. Способность жить и размножаться в условиях суровой зимы, высокая производительность и небольшие размеры тела – таковы отличительные черты якутской породы коров. Этот аборигенный крупный скот является настоящим достоянием республики Саха-Якутия. Сегодня общее поголовье этих коров в нашей стране составляет не более 2500. Такая малочисленность делает каждого отдельного представителя породы особенно ценным. Якутский скот, он вообще… Родина-то север, северный скот, да? У него вот сразу видно, да, у него шерсть густой, чем зим холоднее становится, у него шерсть все больше становится. Самая характерная черта, он адаптирован именно в северных условиях. Может под ножным корме, может он, 40-45 градусов на морозе он мог напросто нагулять может, вот, и… Самое главное, у него кишка очень длинная. В сравнении других пород у него полтора раза длиннее кишки. Это говорит, что в таких грубых кормах она вот питается. Якутские коровы имеют плотное туловище с толстой кожей. В большинстве случаев рост представителей породы не превышает 120 сантиметров, а вес 500 килограммов. Отличительные черты этого крупного скота – средняя голова с широким лбом, короткая шея и мускулистые ноги. Окрас у якутских коров может быть самым разным – от черного до красного. Якутские коровы относятся к мясо-молочному направлению. Мясо у этих животных мраморное, с тонкими прожилками жира. Убойный выход у представителей породы может быть до 60%. Молоко якутских коров обладает великолепными вкусовыми качествами. Средняя жирность составляет около 6%, однако в отдельных случаях может достигать и 11%. По содержанию белка, лактозы и минералов молоко якутских коров занимает первое место среди всех существующих пород. Жирность у них очень большая, где-то до 8% могут. И молока где-то 80 килограмм в день можно надаивать. Вот. И очень мясо мраморное, хорошее. Якутские коровы неприхотливые. Некоторые фермеры даже не сооружают для них отдельное помещение, так как эти животные могут жить при самых неблагоприятных климатических условиях. На своей родине, в Якутии, они спят прямо в снегу. Единственное время, когда якутская корова нуждается в особенных условиях – период после отела. Корову с теленком обязательно нужно поселить в сарай, защищенный от сквозняков. Якутские коровы способны переваривать даже самые грубые корма. Специалисты рекомендуют составлять рацион представителей породы из сена, комбикорма и корнеплодов. Средняя продолжительность жизни якутской коровы составляет от 15 до 17 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!